Главные события дня на информационном видеопортале ТВ Тверь. Широкий общественный резонанс вызвал инициативу по переименованию улицы Володарского и Советской площади в Твери. Напомним, одной из центральных улиц города хотят присвоить имя поэта Андрея Дементьева. Советскую площадь предлагают переименовать в площадь Михаила Тверского. В четверг, 25 октября, вопрос обсуждался на профильном комитете городской думы. Дискуссия народных избранников выдалась жаркой. Вы сначала гараж выкинете с Советской площади. Был гараж, у нас стоянка автомобилей на Советской площади. Будет стоянка автомобилей на площади Михаила Ярославича Тверского. Ну позорище же! Жители улицы Луначарского в Твери уже 12 лет ждут появления пешеходного перехода. За это время движение на дороге стало очень интенсивным. Однако нет ни тротуаров, ни зебры. Переписка с чиновниками длится не первый год, но пока приходится переходить дорогу с риском для жизни. Два раза меня чуть не сбили, вот где идет переход, на машине, на «Жигулях». Тверская область готовится вступить в новую эру телевидения. К концу года на всей территории Верхневолжья начнет вещание второй мультиплекс цифрового вещания, который заменит аналог. Впрочем, часть каналов в аналоговом формате, рассказывают специалисты, все же останется. Гарантированно останутся работать это 4 аналоговых канала. Это «Пилот», «Тверской проспект», «Дисней» и «Ю».